Привет всем. Сейчас расскажу, как обманывают в автосервисах. У меня есть подозрение, что на Hover H3 перескочил на один зуб ремень ГРМ. В итоге объявили 5000 за то, что чтобы посмотреть. Я говорю, а почему так дорого? Ну, здесь же надо все разбирать, снимать ремни. Вот, все вот это снимать надо. Вот, ну, логично, вот эти муфты, все. Потом натягивать, а если это как вдруг оно перескочило, надо же его еще и на место поставить. Вот 5000 вот. Дальше что я сделал? Ну, отключил клемму, снял коробку. Вот здесь вот сверху кожух был. Вот он. Вот он. Крепится на двух болтах, вот здесь вот, с двух сторон. Поставил метки, взял ключом, этим головкой подкрутил все, выставил вот здесь метка, вот она, и вот здесь, вот они две. Вот они теперь совпадают, вот они. Смотрим ниже. Китайцы, какие бы они ни были, как бы их ни ругали, они здесь все предусмотрели, вот здесь все указано. И не надо ничего скрывать и не смотреть никуда, и платить 5000 ни за что. Так что, ребята, такая вот тема. Сэкономил я денег. Вот. Кому была полезна информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Я думаю, это будут работники автосервисов. Все, удачи всем. Подписывайтесь на канал.